компьютерная гарнитура для звонков и видеоконференций. Итак, перед нами проводные наушники Sennheiser PC3 Chat с выносным регулируемым микрофоном. Каркас устройства выполнен из пластика, а вес гарнитуры без провода составляет всего 77 грамм. На голове они практически не ощущаются. Оголовье регулируемое, каждая дужка выдвигается на 3,5 мм, что дает 7 мм запаса для регулировки под разный размер головы. Амбушюры обтянуты мягким поролоном для комфортного ношения в течение всего дня. Производители позиционируют гарнитуру как оптимальное решение для звонков и видеоконференций. Микрофон здесь неотсоединяемый, но благодаря поворотному механизму его можно просто поднять вверх, когда в нем нет необходимости. Обратите внимание, что микрофон поддерживает технологию шумоподавления, чтобы собеседник четче слышал ваш голос. Подключение к ПК осуществляется с помощью двух коннекторов типа мини-джек. Для ноутбука может понадобиться переходник. Длина кабеля 2 метра, так что провод дотянется до системного блока, даже если он стоит под столом и не имеет передних выходов на наушники и микрофон. Регулятора громкости на проводе не предусмотрено, так что настройки звука производятся непосредственно через операционную систему. Что в итоге? Sennheiser PC3 Chat – удобная гарнитура с регулируемым оголовьем, качественным микрофоном и длинным кабелем. Это решение оптимально для проведения видеоконференций и совершения рабочих звонков в рамках домашнего или офисного использования.